Приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости. Красивая молдавская осень, 25 октября 2022 года, и солнышко радует, и осень очень красива. Растет у меня виноград девичий, вот такой. Но растет у меня также и виноград триостренный. Но я вам пока предлагаю полюбоваться красотой вот этого чуда. Я решила вам показать эту красоту, чтобы вы могли сравнить с виноградом триостренным. Он красив, он замечателен, пока он еще не окрасился в такие же яркие цвета. Но кто-то не любит виноград девичий, считает его сорняком. А я же советую посадить и виноград девичий, и вот такой вот виноград триостренный. Мне он нравится. Нравится тем, что он не выделяется от стенки, а ложится на стенку и ложится очень красиво. Но советую иметь две разновидности. Обе прекрасны. Одна отойдет, разновидность винограда, а другая будет вас радовать. Надеюсь, вы прислушаетесь к моему совету. Молдова, октябрь.